Май месяц, светит солнце и отличное настроение. А это значит, что самое время заняться спортом. Итак, на зарядку становись! Вот так нужно начинать день, тогда заряд бодрости обеспечен. В этом смогли убедиться все, кто пришел на занятия физической культурой, открыв сезон утренней зумба-зарядки на свежем воздухе. Такие занятия проходят по инициативе губернатора Московской области. Теперь, когда тепло и солнечно, для спорта не нужны отдельные помещения. И это дополнительный бонус для тех, кто еще не знает, где и с чего начать тренировки. В эти майские дни, после месяца субботников, которые мы провели все вместе, очистили наш город от скверны и теперь занимаемся активным, здоровым образом жизни. Сегодня спорт доступен всем. В ряды выстроились и взрослые, и юные щелковцы. Проводят же зарядку фитнес-тренеры, которые помогли уже многим прийти в форму, полюбить спорт и здоровый образ жизни. Сегодняшняя зарядка, да, проходит именно на базе физкультурно-оздоровительного комплекса города Щелково. И проводит ее наш тренер Оксана Раскосова, которая проводит тренировки и для наших участниц. Занятие проводится под музыку, и заданный темп не дает расслабляться. Такой заряд бодрости с утра, это просто, ну, вообще потрясающе. Не устали еще? Нет, знаете, нет, я еще готова. Ну, на час я точно готова. Очень-очень здорово. Вообще спорт, это, ну, это все. Это должно быть неотъемлемой частью нашей жизни. Любого человека, это, ну, это первое очередь здоровье. Поэтому я считаю, что каждый должен был прийти сюда сегодня. Тем же, кто не попал на занятия, не стоит расстраиваться. Впереди целый сезон зарядки, так что пора сказать спорту «да». Анна Блиет, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».